Изнутри! Ребята, изнутри! Ребята, что-то делать будете? По камере что видели, двое человек вообще залезли сюда. Здесь по перед фуру играли, что они типа пьяные, но не были пьяные совсем. И залезли внутрь и зажигали фуру. А они чем зажигали, известно? Неизвестно, честно вам сказать. То есть они спичками или зажигательную смесь принесли? Нет, там бензин, там, наверное, что-то с собой взяли, это планировано было. Внутри кто-то был? Нет, слава богу, нет. То есть все звери были в цирке? Все звери в цирке. А сколько слонов здесь перевозилось? Это не вот слоновозка, вот, наверное, не туда попали, хотели зажигать, наверное. Слоновозка – это коневозка. Здесь лошадей возили. Лошадей, да, все верно. Скажите, вот по-вашему, какая версия, почему подожгли? Кто-то отправил эти людей. Вот, сам от себя не могли. Здесь они тратили, по камерам видели, где-то 2,5-3 часа. Видите, боковые двери открыты. Оттуда кидали. Здесь вот открыли. И это все планировали, как вам сказать. А кто мог спланировать? Не знаю, может, конкуренция. Это бывает. Мы единственные иностранцы, которые катаются по России, которые слоны есть. Может быть конкуренция, и это первое, что думаю даже. И моих красивых друзья, которые циркови по России, мне было нужно что-то получше подумать, а не такое. И слава богу, что звери не били внутри. Вообще, вы первый раз в Россию приезжаете или уже не первый? Не, уже 4 года катаемся по России, поэтому... Подобные инциденты были? Да, да, это не первый раз. Что происходит, расскажи. Но хотят отравить зверей и так далее. А вы не думаете, что это какие-нибудь защитники животных? Нет, или что-то? Нет. Почему? Потому это только конкуренция может быть. Ваши действия какие вы планируете обращаться в суд, искать вот этих вот злоумышленников? Ну, это уже милиция занимается. Конечно, ничего не будут найти, как всегда, в России. У нас артистка была, которая их видел даже после того в пиццерию, и милиция даже не обратила внимания, вообще все ушли. Что случилось-то? Ну, зажигали фуру. Зажигали фуру. А что-то вот граждане жалуются, то, что оскорбляете, кричите на них? Не, не так. Ваши работники, да, получается? Не наши, но временно взяли. Пойдемте к патрульной автомашине, объяснение дадите. Объявление поступает, то, что вы оскорбляли. Я не оскорблял. Будьте добры, присаживайтесь. Не могу я уехать. Слоней. Так я вам понимаю, лучше сейчас разобраться. На вас граждане. Мы разберемся все равно. Физической расправы угрожали, оскорбляли их. Так что будьте добры, не препятствуйте. Присаживайтесь. Я никому... Присаживайтесь, будьте добры. Его в отделение увозят? Да, сейчас? Да, с АКМ 119, 5 отдел полиции. Когда вас оскорбить успели? Утром, когда позвал в гостиницу, он говорит, это наша вина, так говорит. Он обвинял вас в том, что... Да, да. Мы же в гостиницу были, все написаны на камеру. У вас сейчас какие меры будут предприняты? Куда вообще смотрела охрана? В данный момент они просматривают камеры видеонаблюдения. А почему не заметили, когда ушивается? Почему артисты не могут в безопасности здесь содержать свой реквизит, свой транспорт? Как-то со стороны цирка будет какая-то помощь оказываться? Ну, в данный момент мы делаем, да, сейчас что-то. А что делаете? Вот сейчас руководителя шоу увезли в полицию. Вот я сейчас к нему еду.